Для покупателей, ну, наверное, сейчас самый большой страх – это что застройщики не достроят. И застройщики это понимают, очевидно. Поэтому они со всей силы коммуницируют, что мы достраиваем, и показывают это, строят, и фотографируют, на камеры снимают. Вот. И поэтому фактор надежности вышел, наверное, на первое место. Как я проверял бы надежность застройщика, я бы, конечно, посмотрел на его прошлые успехи. То есть сколько он домов сдал, сколько он лет работает и какие у него были задержки. Вот этот фактор количества сданных домов и задержки, это, мне кажется, самое важное про репутацию застройщика в прошлом, а репутация – это то, что определяет поведение в будущем. У нас на сайте эти данные собраны, мы их все больше постараемся публиковать более наглядно. Таким образом, как бы, если ты давно ничего не сдавал там, или задерживаешь очень долго, это будет видно. Вот. А если ты молодец и сдаешь все быстро и вовремя, это тоже будет видно. И это должно мотивировать застройщиков все делать в срок. Я точно знаю, что цены будут расти. Потому покупать нужно сегодня. И очень важно покупать у надежных застройщиков, которые продолжали строить и которые пережили этот стресс-тест для рынка. Я думаю, что уровень цен, который есть сейчас, и те возможности, те плюшки, которые дают застройщики, они продлятся вот как раз до, скажем так, полной отмены карантина, да? Поэтому есть месяц-полтора, наверное, максимум, для того, чтобы то, что вам уже понравилось, то, о чем вы думаете, все-таки купить. Да, обязательно нужно перепроверить данного застройщика, да, его репутацию. Вот, но, скажем так, игнорировать возможности пониженного первого взноса, улучшенной рассрочки, той же фиксации, да, привязки к гривне, просто бессмысленно. Если у вас лежат деньги и они не работают, это плохо, деньги должны работать. Поэтому не бойтесь инвестировать.